Петро Олексійович, багато хто з нас взяв кредити доларові. Як ви знаєте, курс зараз змінився. Скажіть, як нам повертати ці кредити? Я з цього частину відповів в своєму виступі. Сьогодні цей курс є продуктом спекуляції. Немає на сьогоднішній день жодних підстав, щоб українська валюта так була знецінена. Я обіцяю, що негайно будуть ініційовані речі в двох напрямках. Перша річ, щоб ми... Правильно. Перша річ. Зупинимо спекуляції. Ви правильно написали. Перша річ. Ми маємо сьогодні проконвертувати всі валютні кредити в гривню по фіксованому минулому курсу. Все необходимые изменения в закон. О чем идет речь? Этого не было ничего. Я прошу вас быть адекватными тому, чего вы добились сейчас. Фактически сегодня первая акция национального масштаба, которая проблему вывела на национальный уровень. Все, что было до этого, было отдельно очаги, отдельно люди, отдельно группы. Очень правильный ваш подход сегодня. Все, что вы сделали до этого, даром не пропадет. Но проблема в том, чтобы мы должны разрешить этот вопрос так, чтобы не обрушить банковскую систему, чтобы заемщики получили возможность погасить наконец эти кредиты и забыть об этом, как о страшном сне, чтобы не делать это опять вперед. Поэтому несколько есть важнейших задач, которые нужно решить в законопроекте. Первая задача – это перевод валютных кредитов в гривну. Включен порядок денный, я вам говорю, если мы правильно организуем работу, через максимум 3 недели мы закон будем иметь принятый. На сегодня в Министерство юстиции и в Национальный банк пойдут письма о том, чтобы приостановили, фактически сделали такой мораторий условный на отчуждение, чтобы сейчас прекратили. Почему эта проблема не только Нацбанка? Перепроданы кредиты коллекторским фирмам, лизинговым фирмам. И они не подчиняются Национальному банку, поэтому нам надо еще их остановить на уровне Минюста, чтобы не было взысканий через судебных исполнителей, государственных исполнителей. Сейчас мы сделаем эту паузу, за эту паузу мы должны найти ответ. Дальше из того пакета, который мы взяли из законодательства других стран, которые решили эту задачу, это право первой покупки заемщикам кредита на скидки, за которые они продают коллекторским фирмам. Если они продают кредиты за 10%, вы готовы свой кредит заплатить и погасить за 10%? Значит, мы это должны эту процедуру прописать и найти. Должны. Дальше. То есть, что у нас сейчас пока видно из модели решения? Это мораторий раз. Это право первой покупки кредита, если банк его продает. Это недопущение переоценки предмета залога, потому что стоимость упала активов, и вам сейчас их оценивают по той стоимости, которая сейчас. Почему только на заемщика эти риски ложатся? Они тоже должны быть распределены по системе. Очень вас прошу, давайте мы сразу уйдем от политизации этого вопроса, если мы хотим его проголосовать. Потому что на самом деле, уйдя от вас, мне все-таки успели дать слово, потому что объявили, когда я была здесь. И я обратилась ко всему залу с одним вопросом, потому что это не ваша проблема только. Вы брали кредит, который многим хотели в гривне взять, банк навязывал валюте. Государство, знаю это, государство в это время говорило, что будет рост и экономика. Государство не дало в это время сигнал, что будет, может быть кризис. Поэтому в прямом смысле это ближе к форс-мажорным обстоятельствам. Что самое главное, почувствовал сейчас зал. И это очень важно. Мы говорили со всеми разными политическими силами, потому что если мы начнем говорить только политически, закон этот не пройдет принципиально. Как, например, сейчас не голосовала партия полностью фракция УДАФ. Не голосовала. Но, стоп! Это не фракции всей Ганьба. Там есть один человек, с которым я с 90-х годов дружу. Это Пинзены. Это Пинзены. Знаете, я вам хочу
хочу сказать, еще в 96-м году, когда он протягивал, он не ответил за приватизацию, которую он провел, и мы остались без ничего. Он не ответил тогда за пирамиды финансовые, он не ответил от законы, которые работают по НДС и ввели администрирование коррупции. Для меня, я сказала, есть ленинизм, есть коммунизм, есть пинзицизм. И поэтому я прошу вас, нам надо принять закон. Какие наши действия, то, что мы договорились и с господином Рудковским, с коллегой, то, что поддержал нас Сергей Терехин в понедельник и поддержал зал, создается рабочая группа и выносится во вторник один законопроект, один, за который надо выписать так, чтобы голосовали его в первом и втором чтении. И кроме этого, будем мы просить сегодня с господином Рудковским, чтобы он обратился к руководителю Национального банка с вопросом наложения определенного моратория сейчас на реализацию недвижимости. Объясняю почему. Что сделала Меркель? Если вам дали условно $10,000 кредит, 10 тысяч, там 100 тысяч долларов, и оценили, что в залоге стоит ваша квартира. Квартира не может уже стоить дешевле, чем они оценили. Если они ее даже забрали, у вас не должно не остаться никаких долгов. И это мировая практика. Но квартиру забирать первого жилья, первого, нельзя. Но сразу предупреждаю, все, кто зарабатывал риэлторы, в этот закон не войдут. Тот, кто зарабатывал, чтобы строить и продавать, не войдут. Будем защищать тех, кто открывал бизнес, делал свое личное жилье. Риэлторы это должны понимать. Мы должны встать на защиту людей. Поэтому я хочу сказать вам всем огромное спасибо. Запомните навсегда. Вы должны вставать всегда, все только за себя. А все остальные должны вам служить, где бы они находились. В Верховной Раде, в Кабмине, мэрия или обладминистрация. Спасибо вам, что вы есть. Итальянскими, французскими, другими, своим дочеркам в Украине, такие как Светбанк и так далее, потом по 3%, по 3%, вам выдавали по 9%, по 10, 12. Значит, после этого, с 2008-2007 года, вы выплатили из общей суммы кредита, если кто-то взял 80 тысяч долларов, выплатили уже 50 тысяч тело кредита, долларов и 50 тысяч процентов. Вы уже кредиты в основном покрыли. И сейчас получается, что за 300, за 500 долларов забирают у людей квартиры, машины, выселяют на улицу. Вы слышали? Я депутатам сказал, если этот закон не будет принят, и у людей, у кого будут забирать квартиры, они будут приходить к вам домой. Им идти некуда. Значит, уважаемые коллеги, понимаете, очень сложно было всем организоваться. Но вы уже организованы. Я благодарю тех организаторов, которые в Киеве, в областях. Первое уже сделано. Я надеюсь, что в понедельник на рабочей группе мы этот вопрос, так скажем, доработаем, утрясем в каком-то виде. Но я вам однозначно скажу, банковское лобби, которое сидит в парламенте, заблокировало, вот вы видели, 241 голос, 241, а должно быть 300 голосов. Я вас прошу, завтра, послезавтра и так далее, я обращаюсь к тем, кто на площади, то во всех регионах Украины к вам приедут ваши депутаты-мажоритарщики. Придите к ним домой. Скажите им, что у вас эта проблема, потому что у вас некуда больше идти, если депутаты эту проблему не решат. Один раз с 5 до 8 подняли курс, сейчас с 8 до 12. И чтобы вы понимали, при плавающем курсе, курс за следующий год может доползти и до 14, и 15, и 20. И поэтому эту проблему нужно решать сейчас. Ну, я обращаюсь ко всем. Общайтесь с своими депутатами. Это
то есть вот это решение, это даже не начало пути. Это только сделали первый шаг. Потому что в парламенте, я вам говорю, устоявшаяся позиция, что надо защищать банки. А мне кажется, что депутаты думают по-другому. Я еще в аргументации своей для депутатов сказал, если мы не примем в парламенте решение, которое удовлетворит людей, у них не будет другого решения, как прийти, если парламент не слушает, то прийти в банки. То есть и заблокировать уже их работу. Я думаю, что депутаты под давлением вашим персональным, сейчас во многих телефоны в интернете, общайтесь с ними, подходите к лидерам фракций, они скоро будут идти в парламент, просите их, объясняйте им, что 4 миллиона тех, кто взяли кредит, и 4 миллиона тех, которые стали поручителями, они больше... Если эти фракции и партии голосовать не будут, они в парламент не попадут. Уважаемые коллеги, я благодарю вам за то, что вы приехали, за то, что вы объединились. Вот, понимаете, честно, вы можете давить вот на тех депутатов, которые вышли, которые отстаивают, что нужно принять сегодня. Нереально. Вот я вам говорю перед вами. Я хотел бы, чтобы его в целом приняли. Пусть не врут, что он недоработан. Там все доработано с юристами, профессионалами в банковском деле. И все соответствует закону. Просто нету желания пока Верховного Совета принимать. Я вас прошу, подождите. В 12 они здесь повыходят на перерыв. Пообъясняйте им, что нужно закон принимать. Принимать его сейчас. Значит, еще одно. Я не хочу, скажем, злоупотреблять временем. Не хочу, чтобы вы думали, что я лицо заинтересованное, чтобы вы сюда-туда мотались в своих регионах. Зараз до нас наближається, шановні друзі, Віталій Кличко! Ми дочекалися нарешті, слава Богу! Ви тільки не пийте, Віталій, я вас повірю. Ви вже закучуєте рукава. Що, є за що? Нема за що, поки нема за що. Давайте руку, я... А, тут дай, дай. Розійдіться, зробіть коридор. Зробіть коридор. Шановний пане Віталій, ми просимо вас прокоментувати позицію вашої фракції щодо законопроекту, чому ваша фракція відмовилася голосувати. Ми будемо вдячні, народ просто питає. Чоловіки, ви дослухайте те, що я скажу, а потім будете руки піднімати. Я хочу звернутися до вас, законопроект. Він не досконалий. Зараз, на сьогоднішній день, я розумію, багато хто з вас прийшов, тому що банки, курс долара був один, зараз зовсім інший, закладено майно, і зараз банки спробують це забрати. Я розумію, що там багато речей, які в цьому законопроекті потрібно доробити. У нас є чітка позиція фахівців, які працювали в цьому. Частина депутатів голоси розділились, ми проголосували також для внесення в порядку денного. Я домовився зараз, Турчиново, ми будемо ставити його в першому читанні сьогодні. Але я хочу звернутися, нам потрібно його доробити. Тому що банки не легли, тому що зараз тут тисячі людей знаходяться. Якщо ми зараз по кредитам не можемо повернути, що вийти, ми робимо кроки вперед, ми чуємо вас, але потрібно доробляти цей законопроект, тому що нам потрібно знайти тій компроміс, який зможе банкам дати можливість не легти. Тому що якщо банківська система ляже, це буде, може бути проблема. Тому прийняли. Тому прийняти рішення, до мене звернулись. Я прийшов відчитатись.
це включено до порядку денного раз. Ми зараз будемо голосувати за це в першому читанні. Два. Все. Я вибачаюсь, не так багато часу, я повинен повертатись зараз працювати далі. Народ, почекай, секундочку, конкретні питання, нас цікавить зараз одне питання, сьогодні буде голосування, є домовленість, ви, ваша фракція. Домовленість з паном Турчиновим, що він ставить цей закон сьогодні в першому читанні. Як ви тут голосуєте? За чи проти? Підтримайте. Що відбувається? Проєкт проголосовано за включення в порядок денний. Він є. Чому довго йшов сюди Віталій Кличко? Тому що він спілкувався з головою Верховної Ради, який погодився сьогодні внести в порядок денний на голосування. Тобто ми сьогодні голосуємо, фракція ОДА в повному складі голосує за цей законопроект. І до другого читання ми робимо так, щоб цей проєкт, захищаючи кожного з вас, з тих, хто з 2008 року не може захистити себе, робимо так, щоб не нашкодити тим, хто вніс гроші як депозити, для того, щоб не нашкодити тим, які так само, як і ви, залежать від банків і банківської системи. Я хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні тут, тому що насправді раніше, з 2008 року, ні Національний банк, ні Верховна Рада не слухала вас, а ви не могли об'єднатися. Саме завдяки тому, що ми з вами змінили владу, і як тут написано, мати 12 гривень, і я впевнена, що він буде знижений. Питання в тому, щоб зараз на сході був порядок і був мир. Тому я ще раз, я зараз буду йти в зал, так само, як і Віталій Кличко. Фракція УДАР готує, голосує за законопроект в першому читанні і приймає. Є дві редакції. Проект 4895. Ще раз, те, що ви тут кричите, в залі не чутно. Те, що ви тут галакаєте, вибачте, в залі не чутно. Чутно тільки тоді, коли ви так само, як прийшов лідер УДАРу, виступив, і його, він чує, і його чують. Яким чином? І ще раз, ви подивіться, будь ласка, організатори. Нашими требованиями. Скажіть, як ви відноситесь до ситуації, як Нацбанк змог 99-ю статтю вогнати в землю, не обезпечити? И как вы относитесь, как вы будете голосовать по этому законопроекту? Согласны ли вы, что 7 миллионов семей не виноваты в том, что произошло за эти годы? Как вы лично и ваша фракция проголосуют? Дякую за ваше запитання. Моя відповідь – це 34-й пункт програми. 34-й пункт програми другого розділу програми захисту українців. Дозвольте мені вам процитувати. Заборонити видачу кредитів в іноземній валюті. Виняток суб'єкти господарювання, які здійснюють зовнішню політичну діяльність. Перевести заборгованість за кредитами, виданими фізичним особам в іноземній валюті, у національну валюту за курсом, який був на момент видачі кредиту. Компенсувати різницю коштом валових витрат банків та валютних резервів Національного банку України. Так що, звісно, що за цей законопроект, коли він буде виставлений, немає значення, хто його автор, фракція «Свободи» проголосує 100%. Ви будете мати 100% наших голосів. Ми приїдемо, посмотримо. Спасибо. Вам не треба приїжджати смотрети. Обов'язково приїдемо. Це все в інтернеті. Ні одна фракція «Свободи», к сожалению. Поэтому ми приїдемо. Народний депутат Ляшко, будь ласка.
Олег Ляшко, Радикальна партія. Міністерство фінансів і Національний банк не підтримують цей законопроект, мотивуючи тим, що якщо ми його приймемо, захистимо інтереси мільйонів українських позичальників, валютних кредитів, то ми обвалимо банківську систему. Але це неправда. От у мене цифри, це, до речі, таємні цифри, і ні Національний банк, ні Міністерство фінансів їх чомусь не оприлюднює. Станом на квітень місяць Національний банк видав рефінансування нашим банкам на загальну суму 101 мільярд 674 мільйони гривень. Із цієї цифри, наприклад, російський ВТБ-банк отримав 223 мільйони, Альфа-банк російський – 109 мільйонів, Промінвестбанк – 1,5 мільярди, банк Януковича ВБР – 565 мільйонів, банк Арбузова Фідобанк – 585 мільйонів. І я цей список можу продовжувати до безкінечності. Тобто більше 100 мільярдів гривень на рефінансування банків, які виводять їх, скуповують валюту і обвалюють курс. На це гроші є, а щоб захистити інтереси позичальників, грошей немає. Давайте... Півхвилини завершиться. Давайте не дурити голову. Ви просто не хочете ділитися над прибутками. Ви не хочете ділитися над мільярдними надприбутками. Тому закон має бути прийнятий. І держава, яка дала дозвіл на валютні кредити, а це був злочин, бо це був злочин, в першу чергу, проти нашої національної валюти. Отже, держава має солідарно нести відповідальність за свої непродумані дії. Я закликаю парламент проголосувати і підтримати цей вкрай необхідний законопроект. Дякую. Олег Ляшко, Радикальна партія. Я підтримую пропозицію включити до порядку денного законопроект про накладення мораторію на виселення людей із житла. Адже це не проблема, перед цим виступав прем'єр-міністр пан Яценюк, казав, що це проблема людей. Ні, це не проблема людей, це проблема Національного банку, який дав дозволи на видачу в Україні валютних кредитів. Я вважаю, що це було абсолютно неправильне рішення. І потім люди понабирали валютні кредити по 4 гривні за долар, а сьогодні мають вертати по 12. І людина 80% виплатила, наприклад, за квартиру чи за машину. Сьогодні в неї приходять і за 100 гривень забирають цю квартиру, машину, сім'ї викидають на вулиці. І людям ні грошей не вертають, які вони сплатили за цю квартиру і майно. І вони залишаються без нічого. Це проблема, яку створила держава. І держава має й врегулювати цю проблему. Тому я підтримую пропозицію до розгляду законопроекту про врегулювання виплати валютних кредитів накласти мораторій на виселення і... Ваши противоречия могут касаться вопросов ликвидации депутатской неприкосновенности. Ваши противоречия могут касаться вопросов снижения депутатской зарплаты. Но в вопросах выживания украинцев противоречия недопустимы. Позор тем слугам народа, которые не слышат более чем 7 миллионов семей, обессилевших под гнетом незаконных валютных кредитов, которым на руку нечистоплотная деятельность предшественников. Мы благодарим тех, кто на нашей стороне в борьбе с беспределом банков. Мы должны встать на защиту людей. Акция национального масштаба, которая проблему вывела на национальный уровень. Курс может доползти и до 14, 15, 20. И поэтому эту проблему нужно решать сейчас. Мы боремся за справедливость. Присоединяйтесь. Вместе мы сила. Первое, о чем прошу, вот этот накал не уменьшать. Вы должны вставать все. Мы победим. Громадский контроль банков. Ищите друг друга в Фейсбуке.